В мае этого года краевая газета «Вольная Кубань» отметила свой 100-летний юбилей. Накануне памятной даты руководство издания объявило викторину среди читателей. Вопросы касались истории создания газеты. На сегодняшний день итоги викторины подведены, известны имена победителей. Среди них есть и наши земляки. Любовь Сытник работает в Славянской межпоселенческой библиотеке вот уже 15 лет. Она является постоянным читателем «Вольной Кубани». Узнав о викторине, не задумываясь, приняла в ней участие. Ведь полюбившаяся газета стала неотъемлемой частью ее жизни. К тому же Любовь Николаевна знает множество фактов о истории создания этого печатного издания. Начиналось все с прикубанской правды газеты. 1917 год, 5 мая, вот как раз они отмечали в этом году столетие этой даты. Вручить памятные подарки и поздравить с победой нашу землячку приехала заместитель главного редактора газеты «Вольная Кубань» Инна Мочалова. Самое главное, чтобы награда нашла героя, а она ее нашла. Это вот диплом для вас, как победителя. Наша книга к столетию газеты. Здесь собрана история на протяжении 100 лет. Также Инна Мочалова вручила победительнице юбилейный выпуск «Вольной Кубани», подписку на газету и памятный подарок – картину. Тина Копачевская, Александр Косицын. Программа «События».